Здорово, народ. Это газировка. И я хочу рассказать, где лежат. Штаны. Первые. От пулевого урона. Значит, это бункер. Ну, на карте он так называется. Берецкапсферрод. Название. Это горный регион. Место называется Берескапфюдерферод. И называю это бункер. Но он такой маленький. Здесь вот эти вот чучела стоят, да? Ну их. А вот сюда так заходишь, там комнатка, сортир. Сюда вот так вот заходишь. И вот они лежат, штаны. Пуленепробиваемые штаны. И на стене висит еще вот такая вот дрянь, ищейка армейская. И здесь какая-то жижа лежит ненужная. Давай заберем. И еще вот это лежит, и у меня перегрузка, короче. И все плохо, да? Магазин, пистолет. И у меня, короче, перегрузка. Сейчас я освобожусь. Так, и надо, короче, телепортнуться. Посмотреть. Теле это штаны. Так. Да, вот они первые, которых у меня не было. У меня были пуленепробиваемые вторые, третьи есть. Четвертый есть. Четвертый есть, который плюс 4%. А первых я никак не мог найти. И вот эти вот штаны, они как раз лежали в том бункере. Вообще, это довольно странная механика. Я прошел. Ну, это еще не финал, но в принципе остался только мост и все это, по-моему, на мосту там финал уже, да, ну и DLC. А штанов у меня пуленепробиваемых так и не было. Я их не мог скрафтить и по одной простой причине, потому что у меня не было тупо первой версии этих штанов. То есть все вот эти вот четыре есть, а первые нет. И я как лох хожу вот в каких-то портянках. Хотя вот смотрите, вот разработчики, я не знаю, куда смотрят, честно говоря. Вот берем брюки, да? А, ну вот смотрите. Чтобы скрафтить, допустим, вторую версию штанов этих, да? Ну, где она? Пуленепробиваемые штаны. Требуются пуленепробиваемые штаны. А, схема требуется. Ну, теоретически-то вот у меня есть пуленепробиваемые штаны первой версии, да, как бы. Наверняка где-нибудь. Ну, есть, я это точно знаю. Были где-то. Почему нельзя взять эти штаны? И вот, сопротивление урона от пуль. Брюки черные, пожалуйста. Надеваешь черные брюки и крафтишь их. Я вот, кстати, сделал сопротивление от взрывов, от урону от взрывов. Плюс 4. Это да, это я нашел. А вот сопротивление от пуль нашел только сейчас.
Тут система крафта абсолютно не прод... какая-то корявая, ей-богу. Всю игру пробегаешь, не можешь себе штаны сделать из-за того, что у тебя первых нет. Чё за бред? Я не понимаю, правда. Ну, в общем, ладно.